Всем привет, канал Веб-рассказ. На страничке автора Макс в живом журнале довольно интересный материал. Следы прошлых цивилизаций, неудобные артефакты. В Косово нашли трансформатор возрастом 20 тысяч лет. И здесь дается активная ссылка. Мы по ней сейчас пройдем, где более крупные фотографии и их здесь больше. Этот источник размещен 28 марта 2017 года. И вот здесь мы видим или трансформатор, или катушка, или дроссель с намотанной на ней проводами, который врос в камень. И вот мы наблюдаем. И все ракурсы этого артефакта показаны в основном с одной стороны. И вот здесь есть два видео. Я остановил одно видео на этом кадре, где мы видим в этой катушке трансформаторы или дроссели как бы фарфоровый изолятор. И возвращаемся к статье. Фотограф-исследователь Исмет Смейл в горах Шари, Косово, нашел таинственный артефакт, который очень похож на электромагнитную катушку. Предмет как бы впаян в камень. Артефакт имеет возраст не менее 20 тысяч лет, что считается убедительным доказательством древних передовых технологий. Никто не знает настоящего предназначения этого таинственного артефакта. Металлические провода, кажется, сделаны из меди. Видимо, анализ на этот момент, когда разместили информацию, анализы, из чего сделаны эта обмотка, сделаны из меди, предполагается. Артефакт напоминает деталь трансформатора или двигателя. Размер 25 на 30 сантиметров. Есть три белых кружка в середине, напоминают фарфоровый изолятор. Но я вам как раз это и показывал. Более детальных объяснений пока нет. Артефактом занялись ученые. Ссылку, как обычно, я дам в описании под своим видео. На этом все. Канал Веб-рассказ. До свидания.